Скажу я к Сличи, что если бы ГБР одновременно, как раньше делалось в прокуратуре, когда я работал, провели обыски, не сказали бы этому жулику, что над ним тучи сгущаются, да? Раньше проводились обыски одновременно у всех. То есть сначала они должны были попасть под прослушку, потом проанализироваться должна была их переписка, потому что она ведется со служебных компьютеров. А потом происходит моментальное одновременное действие, обыск у всех участников сделок. Все, кто поставляли крупно Сбройным силам Украины продукцию какую-то, у них обыски проводятся, и поднимается вся документация. Вся документация у всех сотен подчиненных этого жулика, потому что, конечно же, он под себя собрал таких же беспринципных людей, как и он сам, потому что проливается кровь патриотов. И в это время вот такое вот чмо болотное. Тому він підібрав до себе 100 бандитов таких же и діяв на користь, як він каже, державі. А на самом деле на користь собственного кармана. И тогда бы ГБР нашло миллиард доказательств, как они переписываются друг к другу, сколько кому положено заплатить отката и так далее и тому подобное.